Штребух. Ой. Surprise, motherfucker! Ой. Чё выкинул? Металл. Металл? Да. А можно заберу? Забирай, если надо. А похавать есть что-нибудь? Нет. А если найду? Нет. Слушай, Вася, так может тебя распетлять? Нет. Ты чё, не знаешь, кто тут царь помоек? Царь помоек? Есть цари помоек? Это мои помойки, пацанчик. Вот эти? Ого. Слушай, теряйся отсюда по-хорошему, пока я тебя не распетлял. Все. Чё у тебя тут за лотка? Ну, посмотри вот сам. Вот это, да? Да. Тут подожди. Ни хера себе. Зачем оно тебе, дружище? А это чьё, твоё, что ли? Да. Слушай, ну спасибо за подгончики, ты просто красавчик. Давай, короче, петляй отсюда, пока ноги на месте. Все, удачи. Давай. Всем привет, с вами Штребух. Пищеварительный гигант, король кормушек и повелитель помоек. В этом видео я вам покажу свои находки из помойки. Так что усаживайтесь поудобнее, готовьте чай и всем приятного просмотра. И в этом видео я разыгрываю планшет. С собой я его не взял, но вот сюда я вставлю фоточку этого планшета. Планшет просто изумительный, работает превосходно. Для того, чтобы его заполучить, нужно обязательно подписаться на мой канал и написать под этим видосом любой комментарий. Главное, чтобы он был не коротким. Итоги конкурса подведем ровно через 2 недели. Всем удачи! Но перед тем, как мы начнем обзор моих находок, советую вам подписаться на канал «Компьютерная реальность». Автор канала занимается сборкой компов, а также показывает различные компьютерные железки. В общем, канал интересный, все ссылки в описании. Здравствуйте, мои хорошие, вы на «Компьютерной реальности», и мы будем смотреть железяки типа таких, ноутов вроде такого или вот такого, личных железяк для персональных компьютеров типа видеокарт, хардов, как для стационарок, так и для ноутов. Ну и, конечно, тонна всякой мелочушки россыпью. Так что ставим лайки, подписываемся на канал, тыдынкаем этот чертов колокольчик, который придумал сам сатана. Ссылка в описании. Первая крутая находка – это группа ВКонтакте «Ценный лут», в которой обычные люди показывают свои находки. Настоятельно рекомендую перейти по ссылке в описании и подписаться на эту группу, ведь это самая крупная группа с находками во всей России. Ссылка в описании. Нашел рабочий планшет Samsung Tab 2. Он даже был в чехле. Я просто в шоке, экран абсолютно целый, планшет работает просто изумительно. В него даже можно вставить сим-карту и по нему звонить. Подобный планшет на Авито продают в среднем по 2500 рублей. Если бы я его продавал, продал бы 1000 за 2. Ну а так положу в сюрприз-бокс. Рабочий телефон от бренда Sony, модель Xperia C. Скорее всего, телефоном пользовался несовершеннолетний ребенок. Телефон полностью рабочий, на 2 сим-карты. Продать такой на Авито можно будет 1000 за 1500. Но я положу его в сюрприз-бокс. Нашел на стриме iPod Classic. Я был просто в шоке, так же, как и мои подписчики. Так он еще и в чехле был. Встроенной памяти 80 гигабайт. Я просто в шоке, это топовая находка. Так он к тому же еще полностью рабочий. Стоит такой на Авито примерно 4000 рублей. Меня так прикалывают органы управления у плеера. Кнопки вроде бы механические, но в то же время сенсорные. Круто вообще. Помойка радует, как обычно. Положу этот плеер в VIP-сюрприз-бокс. Так, а что за музыка в этом плеере? Земфира. Просто классный медляк. Опа! Просто шедевральный трек. Нашел колонки с сабвуфером от бренда Defender. Система 2.1, мощность сабвуфера 22 ватты. Все работает прекрасно, продам эти колонки на Авито рублей за 900. Нашел огромную плазму на 40 дюймов от бренда Samsung. К сожалению, экран разбит. Мне интересно, какой силы должен был быть удар, чтобы эта плазма треснула. Ведь даже если ее ударить вот так,
она не разбивается. А если ударить еще сильней, все равно не разбивается. На запчасти на Авито улетит 1500. В принципе, классическая находка для помоек. Чаще всего я нахожу именно разбитые плазмы. Модель телевизора будет на экране. В принципе, неплохая находка, жалко, что не рабочая. Нашел неплохой пылесос от бренда Samsung на 1600 Вт. Пылесос работает прекрасно, внутри стоит мешок для сбора мусора и даже есть в комплекте щетка. Полезная находка для дома. Подобные пылесосы продают 1000-1500 на Авито, а я продам рублей за 900. А еще нашел мощный телефон от бренда LG, модель Nexus. Экран у него разбит очень сильно, но, к сожалению, он заблокирован код-паролем. Попытаюсь, конечно, его разблокировать, так как телефон топовый, ну а потом положу его в сюрприз-бокс. Разблокировал телефон через рекавери, телефон просто офигенный. Стоит на Авито такой примерно 3000 рублей. Я думаю, это самый лучший телефон за эти бабки. Он вообще не тормозит и, кстати, камера у него тоже нормальная. Все работает очень быстро, телефон вообще шустрый, из-за этого мне он очень нравится. Самые лучшие комментарии последних видосов, а если ты хочешь попасть в видос, пиши креативный комментарий. Снимаю шляпу и склоняю колено перед своими щедрыми подписчиками. Нашел полностью целый надувной диван-лежак. Новый стоит рублей 800. Прикольная находка, летом пригодится. Нашел брендовые духи Black Opium от бренда Эльсел Лоран. Полная бутылка. Новые такие стоят в районе 5000 рублей. Я просто в шоке от такой халявы. Помойка обеспечивает. Это же просто уму непостижимо. Как это так? Кто-то в магазине тратит по 5000 рублей на духи, а кто-то их находит в помойке. Think about this, man. Нашел экран от какого-то айфона. Модель точную не пойму. Экран в идеальнейшем состоянии, нет ни единой царапины. Почему его выкинули, я вообще не могу понять. Надеюсь, экран рабочий, оставлю себе, возможно, пригодится, или продам на Авито рублей за 500. Нашел новые стельки от бренда Шоль. Силиконовые, офигенно приятные и очень мягкие. Просто офигенно, они мне очень пригодятся. Нашел эпилятор от фирмы Браун, модель Silk Apple 3. Работает просто превосходно, продам на Авито рублей за 300. Нашел материнскую плату с охлаждением для ноутбука от бренда Asus. На Авито чисто плату продают за 1500 рублей. Ну а лично я продам ее на Авито за 900 рублей с манибэком, вдруг она не работает. Нашел две пары часов синие от бренда Laros, не работают, скорее всего, севшая батарейка. Новые такие стоят в районе 2000 рублей. Вторые часы от бренда Calenci работают, новые такие стоят в районе 500 рублей. Китайский набор отверток, но, к сожалению, сама отвертка сломалась. Но самое главное, это биты, они целые, я их заберу себе. Powerbank Black Fox на 5000 мАч. Абсолютно новый рабочий калькулятор. Продам на барахолке рублей за 50. Абсолютно новый прибор в коробке для удаления катышков с одежды. Работает просто изумительно. С прибором даже были документы, я просто в шоке. Рабочий PLC-адаптер от Ростелеком. С помощью него можно подключать цифровое ТВ прямо от розетки. Досконально не знаю, как эта тема работает, продам на Авито рублей за 500. Настало время распаковать посылку, которую где-то полмесяца назад мне прислал Грехов Андрей Алексеевич. Очень интересно, что же там внутри. Давайте посмотрим. Неплохо так. В посылке был фотоаппарат Samsung, модель VB110, но он, к сожалению, с разбитым экраном, и из-за этого картинки абсолютно нет, но скорее всего он рабочий. Еще есть планшет с разбитым экраном, продать такой можно будет на запчасти. Планшет Digma, модель IDX8 3G. Экран абсолютно целый в пленке, но, к сожалению, он не включается. Продать его можно будет на запчасти или под восстановление рублей за 500 на Авито. А еще есть вот такая старинная камера на кассете. Полностью рабочая. Нашел раритетный телефончик Motorola V220. Включается, но не видит сим-карту. Печально, конечно. Также нашел звонилку BenQ с разбитым экраном, Alcatel Pixie с ушатанным в хлам экраном, в
Включается, но экран разбит. Возможно, получится продать на запчасти, но я не уверен. Телефон очень старый. Также нашел HTC Desire SV. Экран абсолютно целый, но телефон не запускается. Продам на запчасти на Авито, рублей за 300. А этот телефон уже более-менее. Samsung Galaxy S2 Plus. К сожалению, он не запускается, висит на этапе загрузки. Батарея у него вздутая. Скорее всего, если батарею поменять, телефон заработает. Экран целый, в принципе, можно будет продать рублей за 400. Также нашел сетку картохи. Абсолютно нормальная, не гнилая. Отварю ее и бахну с майонезиком. Шикарная находка. Спас от неминуемой гибели банду медведей, а также двух зайцев. Мишки в идеальном состоянии, на барахолке можно будет продать каждый по 100 рублей. Когда я нашел эту коробку, я просто офигел. Подумал, что в коробке именно этот корпус от компьютера. Но на самом деле там был пустой корпус от Gigabyte. В принципе, обычный ATX корпус пригодится мне для сборки компьютера из помойки. Внутри даже остался SATA-шный дисковод. Нашел 9 литров грушевого сока, просроченного на 1.5 месяца. В принципе, в нем одна химия, так что после употребления я не думаю, что я протяну от него педали. Помойка реально утоляет жажду. Нашел абсолютно рабочий и целый Samsung Galaxy Grand Duos, модель GT19082. Я очень удивился, когда его нашел. Телефон в прекрасном внешнем состоянии, работает превосходно. На Авито такой продают в среднем по 2000 рублей. Ну а я порадую подписчиков и положу его в сюрприз-бокс. А еще нашел iPhone вместе с коробкой. Но, к сожалению, он не включается, скорее всего из-за разбитого в хлам экрана. Подписчик пробил его по имейлу, оказалось, что учетной записи iCloud на нем нет. Но вот функция «Найти iPhone» включена. Я даже не знаю, что мне с ним делать, попробую продать на запчасти рублей за 800. А еще нашел Samsung Galaxy A3. Состояние у него, конечно, плачевное. Даже линза камеры разбита. Но, как ни странно, телефон включается и работает сенсор. Но телефон заблокирован графическим ключом. Скорее всего, его можно разблокировать через рекавери. Нашел пачку японского чая с цукатами. Внутри даже есть настоящий сахар в больших кусках. Крутая находка, буду попивать чаек и радоваться халяве. Две камеры для 26-го колеса, абсолютно целые. Я недавно на своем лайбодроне пробил заднюю камеру и из-за этого купил две новых камеры. Но если б я знал, что найду эти, я бы их, конечно же, не покупал. Помойка исполняет мои желания. А еще нашел шахту для кальяна «Фараон». В принципе, для сборки кальянов очень даже подойдет. Настала пора осмотреть мелкие находки. Целый ящик для хранения мелочей, фляжка для бухлишка, рабочий пауэрбанк, 4 блока питания для телефонов, шлейка для собаки, батарея для Самсунга, пилка по металлу, коробка от айфона, 3G модем мегафон, 2 батареи для ноутбуков, новый переходник с DVI на VGA, металлическая статуэтка нужна для того, чтобы вешать на нее кольца. Почти целая бутылка смазки Durex, шампунь, спрей для волос, а также целый Civic Bank для ванной. Старая, но рабочая веб-камера Logitech, новый SATA кабель, новый выжимной пистолет, 2 блока питания для ноутбуков, а также 2 длинных кабеля для подключения колонок и прочего. Братва, я слышал крысу, походу, в баке для сбора вещей. Интересно, как она туда залезла вообще? Сейчас проверю. Бля, мне страшно, ребят, пипец, я сейчас обосрался. Там как будто шевелится что-то в баке в этом. Не, реально как бы... Блядь, чувак, ты меня просто испугал. Помочь тебе? Давай поможем. Не надо помогать. Не надо? Она тебе глянула в лицо, брат. Я просто очень испугался. Я думал, крыса там какая-то. Хотел сказать, короче. Хотел сказать? Это нормально. Вещи там хорошие. Согласен.
А он тоже в помойках роется. Свои люди, короче. Можно? Угряю, да, вы так по всем проходите? Нет, просто, ну он попросил так. Вот там говорит, тоже есть пару бах. Он говорит, а ты движуха, я тоже прям везде, короче. Я думал, ты сбежал, братан. Ну ладно, удачи вам, ребят. Ребят, это пиздец. Это пиздец. Итоги по заработку скромные. Удалось продать 3 сюрприз-бокса, монитор, бомж-ПК и венцы. Продажи резко просели из-за вируса. За 3 недели удалось заработать 11 500 рублей. Всем спасибо за ваш просмотр. Не забудьте подписаться на канал и поучаствовать в розыгрыше. Для этого нужно написать под этим видосом любой комментарий. А особенно лайком. Я всегда очень рад. Так что, ребят, встретимся на стримах. С вами был Король Помоек Штребух. Увидимся в следующих обзорах находок. Всем пока!